Сегодня я хочу показать вам очень вкусное блюдо плов по-шахски фисинджан. Для этого блюда нам надо курицу или индейку 1 кг, репчатый лук, гранат, гранатовый сок, грецкие орехи, сливочное масло и рис для плова. Отделяем мясо курицы или индейки, у меня 2 голени, от костей. Из костей мы будем варить бульон. Орехи нам нужно немного подсушить в духовке или на сковороде, чтобы они были более ароматные. Мясо нарезаем на кубики, где-то 2 на 2 сантиметра. Растопим сливочное масло. В растопленное масло мы кладем куски мяса и обжариваем с двух сторон. Орехи очищаем и измельчаем. Сделаем ароматное масло. В растительное масло на сковороду кладем жгучий перец, гвоздику 4-5 штук, куркуму 1 ложку и зиру 1 чайную ложку. В масле они нагреются, раскроются и дадут отличный аромат. Гвоздику потом я убираю. Кладем в это масло репчатый лук. В лук кладем орехи и наливаем гранатовый сок. Бульон готов, процеживаем его. В казан, утятницу или большую сковороду вок кладем готовые орехи с луком, мясо и заливаем их бульоном. Перемешиваем все, солим по вкусу. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне. Приготовим рис. Рис нужно промыть до чистой воды и варим его до готовности отдельно. На 1 стакан риса я кладу 2 стакана воды, соль и приправу карри. Разделываем гранат, нам нужны зернышки. К этому блюду я делаю лепешки. Как делать лепешки, я уже показывала в предыдущих видео. Печем хлебушки и про шашлык. Вкратце я сейчас покажу, как я их делаю.
Эти лепешки очень хорошо макать потом в готовый соус. Получается очень вкусно. Ну вот, все готово. Покажу теперь его подачу. Это очень вкусное блюдо. Советую вам его приготовить. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Я буду очень рада. А сегодня до свидания. До следующих вкусных видео, друзья.